Всем привет, с вами Артём, мы продолжаем играть в HardWest 2. Так, в прошлой серии мы активненько избежали от индейцев. Вот, и сегодня у нас тут сейчас будет такой забег по территории в поисках того, что тут есть, помимо города. Возможно, город, это вторая глава пошла у нас. Подожди, это третья глава. О, тайное место. Погребальная пещерка. Сохраняемся. Так, вырубленная в скале мы нашли, естественно, пещеру, украшенную туземцами. Так, он оказался старым и не принадлежал ни к одному племени, который знал Клалиш и Дир. А кто такой Дир? Окей. А, стоп, мы должны дважды подумать, прежде чем тревожить это место. Ой, да ладно тебе, Клалиш. Они мертвы, на этом свете им уже ничего не пригодится. А что ты вечно начинаешь? А нам нужна каждая мелочь, которая может помочь против Мамоны. Клалиш, лояльность нет. Золотой самородок. Да, конечно. Обычную пещеру. Флинн прав, Клалиш. Ты иногда слишком зациклена на традициях и обычаях. В конце концов, тут нет ничего такого. А вот эта штука напротив может очень нам пригодиться. Мы нашли золотой самородок. Да, мы сейчас поищем тут все, побегаем, обежим, посмотрим. О, еще что-то за место. Так, еще сохранение. Слушайте, а карта огромная в эту сторону-то. Там какой-то колодец душ или... Походу, Мамона отсюда. Блокада призрачных стражей. Походу, нам сюда придется идти. Судя по всему этому, да. Блокада призрачных... О, логово дьявола. Ха-ха! Давай зайдем. Логово дьявола оказалось лабиринтом пещер. А ветер пустыни выл и свистел в горах и расщельных, обгоняя суеверный народ. Рассмотреться. Не поймите меня... неправильно, меня не волнует, живут тут призраки или нет, просто нам здесь делать нечего. Я бы не стал задерживаться без нужды. Давайте просто уйдем. Ага, понятно. Сюда, короче, мы попадем когда-нибудь. Просто тут больше квестов, которые вот, типа, яма со змеями, скорее всего, ХП потратим. Так, а мы обнаружили подозрительную яму, осмотреть тело. Мы подобрались поближе, чтобы заглянуть в дыру. Внутри среди змей лежал окоченелый труп теневого танцора. Лицо его было искажено агонией. Он сжимал в руке какое-то странное оружие. Продолжим. Я знаю, что это ваш народ называет это судом змей. Так теневый танцор расправляется с предателями. О, ясно, я очень хотел посмотреть на оружие. Маслянистая лампа. Билл, так, Билл очень должен быть другом. Это что такое? Это наближник. Персонаж теряет патриоты за каждый ход, в котором горит. О, прикольно. Секунду. Так, продолжаем. Короче, Билл должен быть другом. Мы получим терновый крест, 4 урона... Ты нет, спасибо. Запомню это место, но Билл должен стать другом. Подожди, у нас в инвентаре что-то есть. А, золотой самородок, который мы сейчас запомним. А, подожди. Удача плюс 50. Типа вообще тема-то хорошая. Удача плюс 50. Подожди, удача плюс 50. Подожди. А, нет, спасибо, это не надо тогда. Я думал, какой предмет. Вот тут торгаш есть. Подойти к торговцу. Так, я смотрю, вам удалось обойти блокаду. Фантастика. Хотите заглянуть на мои товары? В смысле, а как ты обошел? Чем могу вам быть полезен? Ну, во-первых, мы продадим самородок. Да, потому что это разовый предмет. Пехоль, пятак, нет. Меч треха, нет. Череп. Если ОЗ персонажа в начале хода ниже 50, он получает жажду... Не знаю, мне не понравилось. Я не знаю, как тут со страницами, поэтому я продам вот эту хрень. Вот это бы купить вообще в идеале. Но пятак тратить, монет... Просто персонаж устанавливает по 4 ОЗ в начале последующих ходов. Тема вообще топовая, я бы сказал. Так, если так, все. Книжка. Очки здоровья... ОЗ-2, навык удачи минус 25 за ход. То есть мы не будем удачливыми. Нет, блин, книжка тоже неинтересна. Я бы вот это продал, но это не продается.
Так, как вы сюда попали? Вот хороший вопрос. Ах, ну скажем, так, я нашел более изящный способ пересечь каньон, но мы, люди науки, можем себе позволить парочку секретов, как думаете? Да, а еще я собираю всякие странные рецепты. Я с радостью заплачу, если принесете мне что-то подобное. Или если понадобится смешать что-нибудь особенное, я к вашим услугам. У меня есть рецепт. Я увлекаюсь всем сверхъестественным. Вот почему мне так хотелось побеседовать с вами. Я ясно вижу, что вы встречались с другой стороной. Знаете что? Если вы позволите осмотреть вас всех, я щедро заплачу. Рецепт синего динамита. Два синих динамита, держи. А вот зад, как задумал, сколько такое сделаешь. О, это знаменитый синий динамит Виктора Браса. Всегда хотел попробовать. Да, пожалуй, я могу бы его изготовить. Скажу так, отдайте мне рецепт, и я смогу сделать этот особый синий динамит и уже продать его вам. Что думаете? Почему и нет? А, проверьте одного из героев. Отлично. О. Давай тебя проверим, Флинн. Пожалуй, что у нас тут? Да, аппарат определенно что-то показывает. Оккультная аура. Похоже, у вас есть сила, мисс. Сила, которую один из ваших родителей получил, заключив сделку с демоном. Это все, что я могу сказать. А вам... Окей, давай еще, давай 25. А, да, точно. А, то есть нам надо... Все, репутацию набирай. Можем медная проводка, ничего. Как насчет вашей ауры? А, хорошо, здесь ничего нет, да. Что ж, подведем итоги. Боюсь, мистер Вапити абсолютно полностью бесспорно и банально нормален. Должна сказать, я сделал слегка разочарован, не понимаю, зачем он вам. Почему я с вами, народ? Кто бы еще меня... Кто бы меня еще взял? Так, давай за 25. То есть надо партнерки выбить. Давай за 25. Посмотрим. О нет, тени, какое странное обстоятельство. Как именно это работает? Не могли бы вы открыть рот? Интересно, нет. На самом деле вы отбрасываете тень на себя. Это не касается только остального мира. Очаровательно. Все, короче. Короче, мы с тобой запомнили тебя. И у нас так и синий динамит пошел активно в гору. Давай, у нас будет... У нас просто синего динамита теперь больше. Он поджигает. Короче, мы сейчас неплохо наварили бабла за то, что просто проверились. Надо отношения с ними повышать. Обязательно. У нас есть две локации, в которые... Ну, в одну я не пошел, потому что нас туда не пустят. Так, F8. Так, очередной город-призрак, затерянный в пыли. Еще один город-призрак. В моё время их было не так много. Что-то гниет в нашем мире. Люди жестокого запада умирают. Постойте, пока мы не вошли, я хотел бы обсудить кое-что личное. Откуда у человека без личности что-то личное? Слушай, я знаю этот город. Когда-то, когда я работал с Хартманом, мы проворачивали здесь кое-какие дела. Мы постоянно ругались, и я случайно узнал, что он скрывает от меня часть своего заработка и прочее. Я знаю, что у него был тайник где-то здесь, на кладбище. Если я найду точное место в записях на нашем старом месте, мы могли бы немного ему подгадить и забрать его добро. Если будет возможность, давайте так и сделаем. Ага. Войти. Бандиты увидели нас и направили пушки на отряд. Спросили, по какому мы тут делу, что надо. Так, они рассмеялись и велели нам убираться к черту. Я плюнул на землю и раз... Ага, окей. Все, короче, еще город у нас есть, в какой надо сходить. Ты куда идешь? Ты иди туда наверх. Окей, хорошо. Ну, пока все интересно. Так, еще какое-то место с костром. Следы буйвола. Так, это не обычный буйвол, это великий белый буйвол. Это легендарное существо. Многие народы считают их воплощением древних духов. К сожалению, некоторые поселенцы охотятся на них ради шкур. Так, не знаю, чего ты ожидала, Клавиш. Конечно, они захотят его убить ради денег. Именно туда и ведет тебя твое течение в сторону бесплодной пустоши. И что я узнал сейчас? Так, это лечит кровоток и перелом. А это вообще жесть какую-то дает. Как и вот это. Но вот это что лечит? Она ни хрена не лечит, она просто дает тебе хилы. Так, давай еще прогуляемся. О, еще костер. Следы белого буйвола. Так, здесь появился так великий белый буйвол. О, еще следы. Угу. Кажется, он не любит
компании, значит, они... А я будет один. Хорошо, идем дальше. О, следы боевого было. Так, найти этого зверя. Хорошо, Джин Картер, я найду тебе это чудесного зверя за мной. А мы шли... О, какая красота. Мы шли по следам. 2 часа, я уже был готов... Так, прервать охоту, когда мы увидели его, белого, как лилия, пасущегося в залитым солнцем долине. Он щипал траву и даже не подозревал о нашем присутствии, воплощении дикой природы. Он великолепен. А знаешь, Клариш, правда только наполовину. Индейцы тоже охотятся на них, но ради силы, которую они получают, поедая их сердца. Так, мы можем... получить сердце великого белого буйвола. Жажда крови. Дуэлянт. Запас здоровья. Удача плюс 100. О, ёпта. Клалиш, лояльность. Сколько у нас лояльность, Клалиш? 4 из 8? Ну, мне сердце это не нужно, если уж на то пошло. Типа, раны хпшат, дуэлянта в ответ, если в него выстрелят. А что-то такой персонаж получает бонус 25 к шансу меткого выстрела. 100 удачи, 25 здоровья. Ни хрена себе отхил. Это типа на последний шанс можно использовать, кому-то дать, когда ты уже почти сдох, это как последний шанс. С одной стороны, с другой стороны мы можем... Да, давайте так и сделаем. А тут только сердце? Пристрелите, отрежьте голову, это перебор. Не, давай лояльность. Ты ведешься справедливо, так и благородно. Так, не ради награды ты поступил как... Ну да, правильно. Билл лишь посмеялся над этим и отмахнулся от Клалиш, как от мухи. Он очень хотел это сердце. Твой внутренний мир меня нервирует, Клалиш. Так, побудь спокойный и мудрый где-нибудь в другом месте, пожалуйста. Да, я знаю, могли забрать сердце. Нихреновый у него отхил там, я смотрю. Прям такой очень нихреновый. Что это за... Так, пыль взлетает, непонятно. Нам в этот город. Дальше пути нету. Или это пещера? Сан-Анджанте. Давай, нам сюда. Так, войти в город. Сан-Анджанте, раньше я любил залечь тут на дно, но это было до того, как я его прибрали к рукам промышленники. Из-за них в городе стало скучно. Проект доску объявлений. Очередной город. Так, разыскивается кто-то. Тут всего один плакат. Авраам Бёрнс. Никогда о нем не слышал. Доставить живым или мертвым? Окей, забрать плакат. А на плакате написано, что этого парня преследовали до логова дьявола. Это лабиринт пещер, неподалеку отсюда. Никто не... Так, не... кто в здравом уме не пошел бы туда? Ага. К счастью, мы не совсем в здравом уме, правда? Пойдем его искать. Я хочу зайти к хирургу, зайти в магазин. Так-так, здрасте. Ух, ёб твою за ногу. 300 монет, давайте смотреть. Так. Ой-ой-ой-ушки. Ну, вот это хорошая пушка. Да, соглашусь. Это тоже хорошая пушка. Но это без дуэлянта. А тут 15 и тут 25. Угу. Так, это ружьишко неплохое. Это у нас есть. Это у нас есть 9 без рикошета. Топор. Ну, на 4 кровотечение. У меня уже есть это. 12. Я даже знаю, кому дать эту хрень. На 6 горение и бонус к шансу меткого выстрела. Вообще тема охрененная. Короче, нам надо косарь монет. Косарь... ламп тут, я смотрю, нету. То бишь, косарь... Ну, топор на кровоток нам не нужен, потому что у нас у Вапити, у того же, топор на 4 на крово... Подожди. Так тут такой же продается. Короче, нам на 4 сотки. Давайте прикола ради. Вот ты, у тебя самая большая атака. Сколько стоит ружье? 150. То есть, продав его, я могу купить тебя. Держи, братан. Теперь у тебя 12 атаки. Плюс твоя еще фигня за каждый уровень. Тебе будет давать по одному. Ты будешь самый топовый стрелок на Диком Западе. Я тебя уверяю. Так, это все хорошо. Микстурки. Ага, спасибо, не надо. Все. Так, зайти в магазин, зайти к хирургу, заглянуть в контору. А контора Соломона располагалась в старом оранжерее, неподалеку от Сан-Анджента. Раньше здесь, наверное, было красиво, а теперь темно, полно всяких хлама и плохо и пахло нафталином, как и от нынешнего хозяина. Что-то у него со зрением плохо. А у этого вообще один глаз. Это синий динамит?
Это те самые ребята, Соломон. Скажу так, я видел, на что они способны. Если кто и может остановить Мамона, так это они. Соломон Делир был стар, бледен и очень слаб на вид. Он скорее напоминал призрака, чем человека. Он принял нас в своей импровизированной мастерской. Вокруг были разбросаны еще несколько сифонов Соломона, а на доске висела фотография процесса изготовления пуль. Голос Соломона был тонким, как бумага. Ради всех нас, надеюсь, Лазарь прав. Мамона необходимо остановить. Если он продолжит бесчинство, граница между этим миром и сверхъестественным сотрется. Мамона, как тот чудак на букву М, хорош, который в покоре вечно забирает банк раньше, чем ты успеваешь отыграться. А еще его нелегко убить. Лазарь сказал, у вас есть план. Есть, садись, я объясню. Так, выслушать план. Окей, в логово дьявола пойдем. Все просто, его надо пристрелить. Ха, мы уже пытались. Ублюдок оживал, как ни в чем не бывало. Видите ли, человеческая форма Мамоны нереальна. Это просто образ, спроецированный злобной сверхъестественной силой. Да, мы могли бы назвать его демоном или дьяволом, но он всего лишь Он всего лишь представление проекция. Да, и тут вступаю я. Чтобы убить проекцию, обычно свинца недостаточно. Вам нужны пули, наполненные его собственной притворной силой. Если он хочет, чтобы его сила была реальной в нашем мире, он должен принять пули, обладающие такой же силой. А я один ничего не понял? Нет, я поняла, это просто правда. Несмотря на всю его силу, этот говнюк должен играть по своим же правилам. Мы обернем эти правила против него. Ага. Я изготовлю для вас пули из уникального сплава и такого же пороха. Затем я наполню их собственной силой Мамоны и... Так, из этого сифона. Чтобы... Окей, чтобы его завалили. Затем мы доберемся до станции Адских Врат. В последний раз сядем на призрачный поезд и зарядим этими пулями все свое оружие. С этой силой мы сумеем его уничтожить. Чтобы пуль хватило на всех вас, мне нужен особый сплав под названием Ауран. Уран чем-то похоже, только без буквы А. Он очень редкий, производится только на Брас и Ко. А еще нам нужен порох с аурановой пылью. А такое оборудование опять-таки есть только у Брас и Ко. Тогда я смогу произвести пули. Достать сплав. А была тут одна банда, месяц воровала у Брас и Ко сплав. Они заняли безымянный город. В безымянный город мы и пойдем. Достать порох. Я провел кое-какое исследование, выяснил, что Брас периодически провозит свое современное оружие через Сан-Аджент. На борту любого из таких составов обязательно должен быть наш порох. Клянусь, Джин, я еще одно ограбление поезда, и я ухожу. Да я даже не люблю поезда. Как ты думаешь, почему я предлагаю их грабить? Окей. Короче, понятно, нам надо завалить всех. Зайти к хирургу, зайти, заглянуть в контору не надо. Здесь засада, нам надо сразу сначала идем за преступником. Давай, четвертую скорость. Нам бабки надо поднять, понимаете? Нам поднять надо бабок. Мы все, и город зачистим, и сюда сходим. Но сначала в логово дьявола сходим. Посмотреть тело. Так, мы углубились в пещеру, радость, похоронить тени, но да, это уже... Стоп, я что-то вижу, пойдем проверим, только осторожно. В открытой пещере, залитой солнечным светом, мы увидели исхудавшую фигуру, склонившуюся над крохотным очагом. А он выглядел таким слабым, таким жалким, совсем не похожим на кровожадного убийцу. Он увидел нас и засмеялся, потом взревел и вскочил на четвереньки. Он провернул голову на бок, и из-за этого горла вырвался пронзительный свист. Человек без тени хочет разбить этот сосуд, хочет освободить нас. Эта тварь пострашнее меня будет. Плохо дело. Пойдемте к Рарму Бернсу.
Хоть Авраам Бёрнс был похож на обезумевшего обитателя ада с церковным флесом, он не нападал. Думаю, он был слишком слаб и голоден, чтобы угрожать нам. А ты Авраам, верно? Авраам Бёрнс? О, да-да-да-да-да, Авраам здесь, Бёрнс здесь. Итак, о, смотрите. Просто связать его. Веревка. Клалиш не будет тратить. Мы потратим веревку. Его разум завладел какой-то злой дух. Говорить с ним бесполезно. Мы можем либо попытаться изгнать духа, либо просто связать его и доставить Сан-Джент как есть. Бедный сукин сын. Ну, мы используем веревку, потому что тут у нас лазарь не друг. Да? Экзорцизм от лазаря. ХПшку мы тратить не будем, поэтому да, естественно, веревка. Так, мы... Так, мне плевать, вы его держите, я свяжу, потом отвезем его в город. Пусть о душе этого парня местный шериф заботится. Все, бабки. Тупо бабки, вот и все. Все ради бабок. Так, зайти в контору, 100 баксов. Привет, слыхали, вы ищете Авраама Бёрнса? Так, шериф обрадовался, что мы привели Авраама живым. Осужденный пытался объяснить, что в него вселился злой дух. Но шериф просто... Так, ну шериф просто захлопнул за нами дверь, камера. Окей, все, 100 получили. Но это мало, для дробаша нужно 500. Давайте начнем с города призрака, потому что это весело будет. Все. Пройти в город, нам нужен сплав. Он приглянулся, какой-то другой парень позвал босса, но в тот момент, когда он увидел меня, я понял, что никакой сделки не будет. Черт, я его знаю, я его как-то нахлобучил. Точнее, не его, а его знакомую. Еще точнее, его жену. Не думаю, что он рад меня видеть. А я знал, что однажды заставлю тебя заплатить, Картер, взять их. Так, прелюбодеяние, Джин. Хотя, пожалуй, это от тебя стоило ожидать. Знаю, захлопнись. Так, отряд самоубийц готов. Психопаты, убийцы с гранатами, аптечками и всем остальным. Начнем-с. Жопа раздирала, его начнется. Вряд ли же здесь будут ребята с 5 хп, правильно? У нас есть ружишка на 12, которым мы сможем выкрашивать как минимум всех десяток. И то, если с каждым убитым будет плюс 1, то все десятки умножатся на 3 убит, и мы 15 сможем выкашивать. То есть, в принципе, одним ружьем, надеюсь, да. Но будем сохраняться, стараться, лишь бы не как, обычно. А то я мастер в этом деле. Так, вижу двоих, Что ж, так, но нам все нужна чертова пушка. Ага, за ним, черт возьми. Подожди, я вижу... Ага, да, теперь он точно будет непросто. Ну там вон трое, четверо. 2, 3, 4, 5. Убейте всех. Окей, 5. Это он бежит? Куда ты бежишь? 6, 7, задело. Ублюдки. А, здесь схрон находится. Ага. Ну их не так много. Но если там еще в церкви кто-то сидит. А так-то народу не дофига. И место линейное, то есть нам не придет. А. Так, я все же хочу заглянуть внутрь этого дома, черт. Ага, ясно. Там чел сидит. А мы сейчас устроим грязь, если двенашка наша работает. Мы грязь устроим. Начнем. Понеслась. Так, начнем мы с тебя, конечно же. Серьезно, 8? Давай с 8 начнем. У него 12. В смысле, а ты не можешь попасть в него? Так, у него 12. Оружие перезаряжается. В смысле? Can't do, amigo. Ты гонишь, что ли? А, вот в чем косяк оружия. Перезарядилась? Нет? Охерительная пушка. Просто... На! Ё-моё. Просто охрененная пушка. Ей-богу. Она стреляет по одному разу. Толку от нее? Никакого. Присядь здесь. Так, вапити начнет с грязи. Погоди, вапити сначала.
Погоди, это понятно. Слишком далеко, да? Давай, я тебе верю. Нет, ты пока шмальнуть сможешь в него? Так, давай вызовем друга. Ага, на пути никого пока нету, да? Ну тут тебя со всех сторон расхерачит. Давай, давай ты хотя бы, я в тебя верю. Вот, давай. Девятка вместо десятки. Вот в том-то и прикол, что она не поднабирает себе все. Ну хотя бы закоцаем. Так, ты можешь что сделать? Ты можешь спрятаться. Да, конечно, не на то я ожидал. Динамит? Серьезно? А почему в него, когда вот чел стоит для вас? Ребят, для вас чел стоит. Это не страшно. Так, ты, иди ударь его. Он офигел. Зря я вот это сделал. Он мог вот это вот его добить мог. Потому что, вот, видите, да, мой косяк. Не в поле зрения. Так, ты. Давай, куда тебе надо подойти? На двоечку? Аж, нифига себе. А что ты можешь двоечкой сделать? Ничего. Слушайте, у нас битвы осталось не так много, да? Правильно? Типа. Откуда ты сможешь попасть? Ну, подожди, она же может телепортировать его. Нет, зачем? Стоп, подожди. Yeah. Давай, твой выход. Конечно, то, что он по одному ходит, это, конечно, отвратительно. Нам в тот дом попасть надо. Добей главаря банды связкой динамита. У нас есть связка. А у нас нет. У нас связка синий динамита, да? Какая разница? Главная связка же. Так. Как насчет того, чтобы зайти вот... Какой нам дом надо? В тот? Давай тогда все сюда. Ага, стрелок. Второй стрелок. Двое всего? Третий. Четвертый. Это вам больно будет, ребят, сейчас. Веселый вайпити. Вот веселый вайпити мог бы походить, но толку от него сейчас никакого. Погоди. О, давай. Так, троечка. Двоечка, давай. Вот вайпити пробежался. Так, иди сюда. Вот вайпити и пробежался. Так. Подожди, единичка. Ты что, там никого не увидел? Как так? В смысле? Разбей особую могилу. Ага. А где могила особая? Особая могила аж где-то вон там. Ну, мы сбегаем туда еще. Вот я этого боялся, что нас заставит бегать по могилам, блин. Я не пойму, куда. Easy. Так, мы можем туда как-то что-то закинуть. Не, ничего не можем. Давай спрячься пока тогда тут. Там 5 человек сидит в доме. О, тебя только не хватало. Вы что все окна-то мне поразбивали? Был город нормальный. Вайпите, устрой грязь. Погоди, погоди, погоди. А, это он тут сидит? Ты дебил? Простите. Я хочу загрузиться. Это мой косяк. Вот прям здесь. Я забыл поменять ружье. Я бы сейчас его завалил. Вот реально, вот то, что нас бил, он стреляет и получает доп. ХП. Ему эта винтовка не подходит от слова совсем. Она вообще никому не подходит. Потому что она перезаряжается один раз. Это если только двенашкой выстрелить, убить, у тебя оружие плюсанет, и ты потом им выстрелишь уже. То есть взять другое. Во. Так, стоп, погоди, двадцатку рано. Вот, восьмерка есть.
55% шанс. 55, да, плюс 25, плюс удача. Ты слушай, ты красотка. Ты красоткой была, пока не стала промахиваться. Так, ты. Погоди-ка. У тебя тройка стреляет, да? То есть от тебя толку все равно какого-нибудь. Не, давай в 8, вот в этого. Потому что мы сейчас поменяем на винтовку. Да, именно поэтому. Так, а тут спрячься пока. Так, тебе двенашку надо добить. Ты сможешь двенашку добить? Да нет, конечно, банально нет. Поэтому давай, вызови друга сюда. И присядь. Все. А, побежали. Че, нет? Наконец-таки вы... Ой, блин, снайперы хреново. А вы че, типа, не? Выходить не хотите, что ли? Слушай, народ там до хрена, а так-то. Угу, народ до хрена. Так, во-первых, давай начнем с тебя, друг мой. Перезарядился? Перезарядился. Не, погоди, а в кого ты можешь в него попасть? Так, теперь в десятку. Нет. В смысле? Ты только что мог в кого-то еще попасть. А как он в кого-то еще целился? Подожди, а как ты? А, ты не можешь попасть, потому что у тебя перезарядка, один ход. Черт. Охренеть, ты молодец. Так, ты. Устрой грязь вот этому. Так и задумывалось. Да, потом веселый вапити. Он выбегает и на пятнашку врывается. Не, лучше... Нет, тоже нет. Десятку ты убиваешь, это хорошо. Так, теперь тебя. Нет, тебя он не убьет. Пятнашку он не убьет. Пятнашку он не убьет, тебя он не убьет. Давай тогда тебя дальше кромсать. Я рассчитывал на крит. А, так. Так, да с такой же точностью мы и девятку можем всечь. Так, присядь здесь. У нас еще подруга осталась. Снайпер. Так, 75. У тебя осталось сюда сотка, да? Давай. Ты прикинь, а у нас ровно. Красотка. Блин, молодец. А, рикошеты, да, эти же утырки рикошеты умеют стрелять. Забывай. О, вышел, наконец-таки. Зачем ты вышел? Странно. Я бы не выходил на твоем месте, братан. Я не на твоем месте, да? О, все, минус один. Так, ты. Так, ты. Как ты так красиво это делаешь? Я даже не знаю. Так, нам надо к могиле идти. Кто у нас самый большой бегун? А как посмотреть? А я не могу так посмотреть, да? А, ты у нас самый большой бегун. Давай. А там может быть жесть какая-нибудь. Мы лучше толпой туда сходим. У нас нету времени, ну типа, за время убить кого-то. Так, перезаряжаем. Молодец, удача. Молодец. Подожди, зачем? Все, молодец. Потому что отсюда мы сможем убить его. Как минимум. Ты какая умница. Так, теперь единичку давай. Так, нам надо, короче, подняться вот сюда. А что у тебя с передвижением? Это тройка? А, это двойка. Ну, а это тройка. Все правильно. Давай тогда вот сюда куда-то спрячься. Так, мы кого-нибудь увидели? Вообще... А, один боец есть, минимум.
Так. Два бойца. А ты не кажешься? Ты все. Меткий слишком до хрена. Так, Картер, смотри, там сволочуга какая-то жесткая. Рикошет, давай вот так. Ага, супер. Так, теперь вот сюда. Супер. Теперь вот сюда. Хрен его знает, что мы там достали вообще. Но мы подходим к кладбищу. Тут больше выходов нету. Правильно, правильно. Все. Не, я такую хренью страдать не буду. А если меня сейчас там подстрелят? Угу. Ты никого не видишь, да? Давай сюда. Присядь пока здесь, блин. Я в тебя верю. Так, веселый Вайпити. Веселый Вайпити тоже никого не видел. Меня это напрягает. То, что... Вот из-за чего меня это напрягало. То, что они из шахты аж втроем, вчетвером вышли. А ты своего не закоцал случаем? Не, веселый Вайпити, погоди. Вот ты. У тебя скилл отгружается, да? Молодец. Не-не-не, все будет нормально. Все будет нормально. Так, ты давай веселый Вайпити. Устроишь грязь? Ага, то есть ты банально даже ни до кого не добежишь. Сколько тебе надо выстрелить? Тебе нужно единичку, да? То есть ты максимум можешь добежать только отсюда шмальнуть. Толку никакого нету. Ты, у тебя что есть? У тебя есть синий динамит. Подожди, перемести Картера не в поле зрения? У нас просто есть план. А, она не сможет. Давай вот сюда. Нет, его надо переместить. Так, теперь взять синий динамит. Ага, вот я об этом и говорил. Так, а то, что он горит, вообще плевать. В смысле... Ты в нее смотришь. Окей. Короче, ладно, там с ним разберутся. Пойдем сюда. Пока Вайпити. Вайпити за крестом. За надгробием спрятаться может. Главное успеть. А, ты давай тоже прячься за надгробием. Ход врага. Ёпта! Что это было? Убей всех телохранителей перед тем, как убить главаря. Да погоди ты. Не умирай. Все. Это все, что надо было. Он получает горение, да? Все остальное не важно. Так, а Вайпити. Гроза Вайпити. А этому сколько отнимешь? А этому сколько? Нет, давай тогда восьмерку. Так, что ты ему шок сделал, да? На один ход. И что ему шок дает? А я не помню, что шок дает. Так, два. Давай лучше вот сюда. А, во, вот так можем сделать. Так, теперь поменяем на дробовить это. Ага, и ударим. В смысле? А, ты не можешь никого ударить? Почему? Ты можешь спрятаться тогда. Не, это нормально. Так, ты давай тогда добей этого шлепка. Сможешь попасть? Нет. Отсюда? Нет. Отсюда? Нет. А в котел можешь попасть? No, нет. Короче, ладно, тогда ты там будешь нас приветствовать сзади. Пусть стоит. Ничего страшного. Так. Я думаю, если мы сейчас тэпнемся с кем-то... А, с Вайпити. С тобой тэпнемся, например. Hey, нет, подожди. Ты теперь возьми вот это. Вот это. Ага. А ты давай тренажку вырубай. Да, я знаю. Ты сможешь попасть? Откуда тебе надо попасть, чтобы... Ага. А отсюда ты можешь попасть? Я не вижу. А, 100% идет только отсюда. Да, ну давай тогда троечку вот сюда. Все. Он сейчас по нему выстрелит. И он не умрет. Вот в чем дело.
А, ты вон где сидишь? А ты не охренел? Подождите, убейте всех телохранителей, добейте главаря, бандитов, связка динамита. У кого у нас из наших динамит остался? У Вайпити остался. Ага. Так, стоп. Не, зачем? Если Вайпити может добить его сейчас красиво. Да. Добейте главаря бандита связки. А как нам вообще его добить туда? Ага, 8. Все, я понял. Так, значит, вы все должны сейчас очень активно двоечкой устроить грязь. Девятка. Флин, красава. Так, ты там со своей тренажкой где? Yes. Все, молодец. И вайпите, добивай динамитом. Все, готово. Раунд, сучка. 33 убили. Ну, того не убили, на их хрен с ним. Так, чем получили? 65 монет, винтовка. Фляга, туза. Фляга, макс ОЗ плюс 2. Невосприимчив к шоку, невосприимчив к опьянению. О! Да, с перезарядкой. А? Хотя, погоди, это продолжить. Это охрененная штука. Мы дадим второе ему же. И то бишь, когда он будет кого-то убивать, перезарядка, мы даем второй раз, и он второй раз стреляет. Тема топовая. Хотя, нет, хрень идея, но мы попробуем хотя бы. Одну карточку так попробовать надо. Типа мы даем ему ружье, он кого-то убивает, и все. А потом либо скилл, либо динамит, либо еще что-то такое в этом роде. Так, в конце концов, все прошло хорошо, разве нет? Картер, кажется, вокруг тебя погибло так много людей, что ты решил, что со мной у тебя, по крайней мере, будет фора. Джин, я уже говорила, какая ты сволочь. Нет, Флин, за последний час ни разу. Ну, по крайней мере, у нас есть сплав. Вернемся поскорее к старикашке, пока он богу душу не отдал, без обид бил. Так, окей, у нас теперь есть фляжка. Это сюда, да? 2 ОЗ даст. И невосприимчивость ко всему. А это ОЗ за навык. То есть при убийстве он регенится. У тебя 39 ОЗ. Оу. Братан, держи. Динамит еще до хрена осталось. В том-то и прикол. Да, винторез. Типа, если Вапити не достает бегом, можно дать ему винтовку, чтобы он кого-то крошил. У тебя тузы. Кстати, что там по тузам? А тузы ничего не дают, в принципе. А, ну то есть можно вот так собрать, кому-то выдать. Как вариант. Давайте, прикола ради, сделаем вот так. Опа. Ага. То есть и так сработало, да? Банально. Так, ты. Ага. Подожди. А для третьего что нужен? Каре. На каре что у нас идет? Каре 4 короля. А у нас 3 всего. Подожди, то есть у нас все время был второй? Пока мы короля нового не найдем, у нас третьего не будет. А может, мы его просрали уже. Так, можно такую же хрень повторить у тебя. Ага, все. Так, получается ты. Остаешься с чем? Правильно, с топовыми, шикарней. А, стоп, подожди. Шикарнейшими картами, какие есть только у тебя. Флеш-рояль. У нее третий теневой. Угу. То есть у нее не хватает 5 в своем роде. Не знаю, что за 5 в своем роде. Пара, 2 пары, 5 в своем роде. 4 дамы и джокер. У нас нет ни одного джокера. Но типа мы всех скомпоновали, у нас еще туз лишний. Блин, да хорошо вроде. До короля. То есть 5, надо стрит флэш. Флэш рояль это пикей. А пикей у нас... А пикей у нас собран. Флэш рояль у кого флэш рояль? У тебя флэш рояль. А что тебе надо? Флэш рояль. Стрит флэш. А, с десятки. А у нас пикового туза нету. И что там будет давать? А, врагов в течение 2 раундов, а также двигать. А, то есть тут 1 раунд? А нет, тут тоже 2 раунда.
калечить противников сможет, ясно. Окей, что у нас теперь по 36, 30, 36, 29, 46. А тебе не дохрена ли 46? У нас как бы танк в аппете. Ничего личного. Танк в аппете. Вот и все. А ты можешь с десятки взять. О. А тут что? Лояльность друг надо. А, когда на Флинт действует бравада, она получает плюс 1 коэффициент урона меткого выстрела. Вот. Что такое хрень. Надо вкачать друзей. Удача получает 1 урон оружия. Ага. У тебя, да. У тебя до третий нужен каре. Каре делается только из 4 королей, да? А у нас нет 4 королей, в любом случае. Ага, а для 5 нужен 5 в своем роде. То есть 4 дамы и джокер. 4 дамы есть, но джокера нет. Ну, у него просто тут 9 урона, там, горение, хренение и все остальное. У тебя тоже нет второго дыхания. В начале каждого... А в конце года, если его вообще 20, он получает статус перевязка. Не знаю, что это. Ладно, давайте на этом заканчивать. В следующей серии пойдем вот сюда, грабить поезд. Ну а на этом закончим. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Артем. Всем пока.